В этом году Краснодарский край вновь стал лидером по количеству призывников. Ряды вооруженных сил России пополнили около 5500 кубанцев. В их числе более 300 казаков. Всего же на учете в регионе 40 тысяч мужчин призывного возраста. Некоторые из них проходят подготовку к армии на базе отделения ДСААФ, после чего молодые люди будут служить в военно-воздушных и летных войсках страны. Кубанские новобранцы уже давно на особом счету во многих подразделениях вооруженных сил. Для подготовки призывников к службе в крае созданы все условия для занятий спортом, отметил Вениамин Кондратьев. После эту функцию берет на себя военкомат и ДСААФ, и регион готов оказывать организации всяческую поддержку.